Долетела хорошо, спасибо. А, нет, ничего не случилось. Я просто управилась с переговорами на день раньше. Амстердам прекрасен, но дома-то лучше. Я приеду и все подробнее расскажу. Да, у нас отличные шансы стать вровень с их рейк-музеем. Да, не смейся. Ты в галерее? Отлично. Подготовь, пожалуйста, письма для рассылки художникам и внимательно проверь в списке, никого ли мы там не пропустили. Нам сейчас очень нужны перспективные художники. Да, мне удалось договориться о совместном проекте. Я сейчас домой заеду, заброшу вещи и сразу в галерею. Ну, какой отдых, Тань? Я не устала. Задач море, планов океан. Все, жди. Конец связи. Светик, ну ты где? Я уже заскучал. Горюш, ну ты мне сюрприз испортил. И кому вся эта красота? Ну, если ты Игорь Ветров, то тебе получается. Хотела в спальню подать. Мне еще никто не делал завтрак в постели. Ну, сюрприз испорчен, будет просто завтрак. Самый вкусный в мире завтрак. Из рук самой красивой в мире женщины. Я и не думал, что так может быть. Ты кушай, а я... На работу побегу. Зачем? Мне нужно накладные и счет фактуры подготовить. Светик, кто твой босс? Правильно, я. А у меня сегодня на тебя другие планы. Привет, Свет. Я сейчас все объясню. Ты не трудись. К этому ведь давно все шло. Я удивляюсь, как ты раньше на это не решился. Света же у тебя сколько? Года 3 работает? 4. Нам надо поговорить. Свет, оставь нас, пожалуйста. Лежи, Светочек. Уйду я. Аня, подожди. Аня, подожди, куда ты собралась? Пока поживу у подруги, так будет лучше для всех. Вещи заберу позже. Подожди, давай поговорим. У меня много дел, я спешу. Да погоди ты! Хочешь знать, почему так получилось? Нет, не хочу. На развод я подам сама. Ребенок, естественно, останется со мной. Развод? Макс уже взрослый парень, и он сам решит с ним остаться, слышишь? Не проще было подняться по лестнице? Оттуда на крышу можно забраться. Ты прирожденный человек-паук прям. Ха-ха. Ничего ты не понимаешь. Осторожно, Макс! Все нормально?
Каждый уважающий себя руфер должен уметь забраться на крышу любым способом. А я твердо решил им стать. Mm. А на земле тебе скучно стало? Вроде того. Я хочу забраться на высотку в Несторовском переулке. Там точно будет круто. Макс, ты художник, а не скалолаз. Тебе нужно руки беречь. Одно другому не мешает. Ну да. Анна Сергеевна сейчас очень занята. Она никого не принимает. Меня пустят. Анна Сергеевна, я сказала, что у вас срочная работа, но... Тань, все хорошо. Я сама справлюсь. Чего ты хочешь? Чего я хочу? Я не хочу развода. Почему ты не хочешь меня выслушать? Хорошо. Я слушаю. Понимаешь, у меня и в мыслях никогда этого не было, но Света, она всегда рядом. Она смотрит на меня так, как ты никогда не смотрела. Ты днями и ночами пропадаешь в галерее. А эти постоянные командировки, тебе вообще никогда нет дома. Но я все равно люблю тебя. Всегда любил. У нас же сын. Мы столько лет прожили вместе. Я ради тебя готов на все. Так было всегда и так будет. Но... неужели можно просто так взять и все перечеркнуть разводом? Можно. И нужно. Ветров, отпусти меня. Подашь на развод? Сильно пожалеешь. Очень сильно. Поняла? Мне нужна мебель на заказ. Да, с доставкой и установкой. Вы заключаете договор? Отлично. Тогда я определюсь с датой, и пусть ваш мастер придет для замеров. Всего доброго. Алло, Макс. Да, тетя Аня, это Женя. Макс сейчас не может разговаривать, у него руки заняты. Хорошо, пусть перезвонит мне. И приходите вместе на ужин. А ну, фоткай уже! Немедленно вернись на крышу! Так, пока не сфоткаешь, не вернусь, давай! И не подумай, я тебе сказала, быстро залезь обратно. Так, все, на счет три отпускаю руку, и ты фоткаешь, окей? Ты идиот! Раз, два, все, три. Все, фоткаю, фоткаю. На, доволен? Возвращайся. Быстро залезь обратно. Придурок. Ты ненормальный? Ты мог сорваться. Да не боись, я тренировался. Зачем тебе все это надо? Я не знаю. Просто люблю рисковать. Жень, ты чего? Посмотри, какой вид. Сам любуйся своим видом. С меня хватит. Я сегодня оставшиеся вещи перевезла. Макс помог все занести. И мы торт твой любимый купили. Мясо не пересолила? Нет. Попробуй соус. Сделай острый, как ты любишь. Не хочу.
Ты о ней думаешь? Ты чего ты взяла? Нет, просто ужин холодный. Документы готовы. Квартира, 2 земельных участка. Добрый день. Здрасте. Ань, можно тебе на пару слов? Помощь нужна? Нет, спасибо, все в порядке. Я долго думал. Дай мне еще один шанс. Я все это отменю. И мы будем вместе, как прежде. Я тоже много думала. Игорь, наш брак был ошибкой с самого начала. Все, пора ставить точку, но назад дороги нет. Прими это как факт. Ну что ж, сама этого захотела. Все перечисленное высшее имущество является совместно нажитым. Следовательно, моя клиентка имеет право на его половину. Это имущество имеет статус личного и разделу не подлежит. Основание? Квартира была куплена моим клиентом на одолженные им лично деньги. Это подтверждает расписка и свидетельские показания заимодавца. Что же касается двух земельных участков, то один из них мой клиент приобрел на средства, полученные им от продажи имущества, приобретенного до брака. Второй же земельный участок приватизирован моим клиентом. Построенный на нем дом записан на моего клиента. Ну а в данный момент все это подарено гражданке Кузнецовой, Светлане Николаевне. Интересно, кто тебе одолжил деньги на покупку нашей квартиры? А вы посмотрите документы. Они составлены по закону. Не сомневаюсь. Ваш клиент очень хорошо подготовился. Мы можем все это оспорить. Не нужно. Я принимаю все условия развода. Мне не нужны твои деньги. У меня есть моя галерея. Уважаемый, вынужден признать, что эта копия Ладынина очень хороша. А кто автор? Второкурсник Макс Ветров. Я так понимаю, вы гордитесь своим студентом. Ну, разумеется. Он поспорил с товарищем, что напишет копию, которую никто не отличит от оригинала. И вы, Ростислав Эдуардович, сами назвали ее гениальной. Ну, этот молодой человек, несомненно, выиграл спор. Но вы меня удивляете, Виктор Сергеевич. Копийная практика – это одно, а азартные сделки в стенах института – это совсем другое. Они до добра не доведут. Вы забыли о Савчуке? И чем для него закончилась вся эта история с копиями? Да, я как-то не подумал об этом. И в этом ваша ошибка, уважаемый. Постарайтесь ее больше не повторять. И знаешь, так классно отдохнули. Море, солнце, накупались в волю. Да, Лёш, здорово. Молодцы, что выбрались. А, но ты так и не ответил мне на вопрос, что насчет нашей выставки. А, все в силе? Ань, понимаешь, это такое дело, планы изменились. Не получится у меня. Когда изменились? Почему? А. Тебе Игорь позвонил. Слушай, а чем он тебя напугал, а? Ты же знаешь сама. У него связи, он перекроет доступ в другие галереи. Ладно, Леша, все понятно. Обойдусь без тебя. Аня! Да, Владимир Михайлович. Анечка, я на минутку. Звоню сказать, что обстоятельства изменились. Долг по аренде нужно выплатить максимум через неделю. Подождите, вы говорили 2 недели. Я
же сказал, обстоятельства изменились. Вам тоже мой муж звонил? Зачем ему звонить? Мы с ним недавно на охоте виделись, в бане вместе парились. Так что неделя у тебя, и больше дать не могу, прости. Анна Сергеевна, к вам там Ростислав Эдуардович не может дозвониться. У вас все время линия занята. Кто? Ректор Макс. А, да, хорошо, я сейчас наберу. Угу. Да, Ростислав Эдуардович. Да, конечно, я подъеду. И вам всего самого лучшего. До свидания. Да. Ростислав Эдуардович, добрый день. Что-то случилось? Вам знакома эта картина? Безусловно, это одна из моих любимых работ Ладынина. Но что она у вас делает? Она вроде в частной коллекции должна быть. Оригинал там и находится, а это копия. А. Да, и написал ее ваш сын. Максим, безусловно, талантлив. Но меня беспокоит то, с каким азартом он относится к созданию копий. Вот это он написал на спор. В наши дни на арт-рынке активно промышляют мошенники. И вот такие вот молодые, неопытные ребята становятся их добычей. Что и произошло с одним из наших студентов ранее. Да, я слышала. Хорошо, Ростислав Эдуардович, я обязательно поговорю с сыном. А я тоже руфить люблю. Неужели? Я думала, это ботан. Зацени фотку. Впечатляет? Что, тогда приходи к нам на сходку, руфим вместе. Слышала такой? Конечно. Ну все, пока. Пока. Там увидимся. Угу. Прикинь, меня Ника позвала. Класс. Я хочу сегодня еще потренироваться. Ты со мной? Нет, мне нужно еще натюрморт дорисовать. Угу. Пока. Эй, ты куда? Мне надо спешить. Макс, нам нужно поговорить. Мам, прямо здесь? Да, здесь. Это важно. Нет, прости, мне надо бежать, у меня пары. Давай как-то потом. А вон там у нас второй зал, чуть поменьше. Да, выставка 15 числа. У меня как раз для тебя одно место осталось в первом зале. Уже занят? Ну, хорошо. Тогда в другой раз. Пока. Анна Сергеевна, тут Владимир Михайлович пришел. Сказал, что не к вам, что у него тут свои дела. Да? Помещение просторное, светлое, цена смешная. Анечка, добрый день. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Я обязательно вам выплачу долг по аренде, но боюсь, что за неделю я всей суммы не соберу. В таком случае мне придется продать помещение. Жаль бы с вами расставаться, но что поделаешь, бизнес есть бизнес. Там у нас третий зал, чуть поменьше, но очень уютный. Пройдемте. Привет. Ты мне нужна срочно. Прости, далеко припарковалась. Плохо выглядишь. Круги под глазами. Что там у тебя? Давай рассказывай. Да сразу все навалилось. Два дома эспрессо, пожалуйста. В общем, галерею могут продать за долги. Надо выплачивать кредит за квартиру. Денег нет. В общем, Оксан, я не знаю, что делать. Спокойно, все поправимо. Я недавно клиентку из такой ямы вытащила, что тебе даже не снилось. Для начала уговариваем хозяина дать тебе чуть больше времени. Пообещаем ему процент сверх аренды.
Он не согласится. Согласится, как миленький. Главное, не жадничать. А тем временем, срочно, организовываем выставку какого-нибудь мегахудожника. Вадима Хурса. Точно. Он же у нас мировая знаменитость. Самый продаваемый в стране. Он же в Америке. Дорогая, ты совсем отстала от жизни. Он недавно вернулся в свой родной город. Впервые за много лет. И это отличный шанс уговорить его на выставку. Ну, чё зависло? Я к нему не могу поехать. Это почему же? Потому что он и есть тот самый Вадим. Да иди ты. Твоя первая любовь? Это тот, который бросил тебя и уехал в Америку? Ну, ему предложили там учебу, это был отличный шанс начать карьеру. Но ведь он тогда даже не попрощался. Ты просто обязана к нему поехать. Выскажи ему все, что ты о нем думаешь. Нет, Оксан, давай выберем другой вариант. Других вариантов нет. Хорс в этом деле самый лучший. Езжай, говорю. Тем более это совсем рядом. Еще потребую у него согласие на выставку, как компенсацию за моральный ущерб. Это уже перебор. Хотя, знаешь, конечно, было бы интересно узнать, что произошло тогда, 20 лет назад. Привет, Вадим. О, Полин. Привет. Я вот решила тебя проведать. То в прошлый раз толком и не поговорили. Я вот тебе пирог испекла. Вот. А ты надолго приехал? Навсегда. Буду жить здесь. Правда или шутишь? Просто странное решение. Тут толком и делать нечего. Я вот работаю директором краеведческого музея. Его, гляди, скоро закроют. Захочет ли твоя жена здесь жить? Я не женат. Да. Я вот тоже замуж так и не вышла. Ой, смотри, у тебя кровь. Ну, нужно обработать. Да ничего страшного. А есть аптечка? Нет, Полина, у меня нет аптечки. И давай в другой раз поговорим. Так, пошли. Как же пирог? Что-то слышал? А в чем проблема? Я ничего не нарушил. Я свои права знаю. Здесь замок был. Где он? Взлом уже имеется. Проникновение на частную территорию. Тебе это о чем-то говорит? Давай спускайся, пока я еще что-нибудь нашел. Ты хоть представляешь, чего мне стоил твой визит в полицию? Ты о чем только думал? А я и не думал. Это не то, чем стоит гордиться. Это уже переходит всяческие границы, Макс. Это же опасно. Это не опасно, если дело все правильно. Я запрещаю тебе этим заниматься. Ты меня понял? Это моя жизнь. Я сам решаю, что мне делать. Пока ты живешь за мой счет, решаю здесь я. Тогда буду жить за свой счет. Давай, попробуй. Садись в машину. Пешком пойду. Ты куда собрался? Мы не договорили.
А я пришла тебе рано обработать. Вот. Полина, успокойся. У меня с рукой все в порядке. Ты что? Это очень опасно. Давай садись. Может быть, заражение. Покажи. Ну? О. Все-таки не могу понять, почему ты сюда вернулся. Если бы я могла, я бы отсюда уехала. Всегда мечтала иметь домик где-то в Провансе. Выращивать виноград, пить вино на террасе, любоваться лавандовыми полями. Я когда-то тоже хотел уехать во Францию. Правда? Да. Ну, ты и сейчас можешь это сделать. Сейчас я уже не могу себе это позволить. Ладно, не скромничай. Мы оба знаем, кто такой Вадим Хурс. Если ты о деньгах, то я все отдал на благотворительность. Правда? М? Может, ты голодный? Давай я ужин приготовлю. Мне надо погулять с собакой. Да, рядом. Хочешь, я с тобой пойду? Блин, ты мне извини, но я хочу побыть один. Дарк, пошли. Если что-то надо, ты обращайся, я всегда рядом. Солнце будет символом нашей любви. Я его никогда не сниму. Никогда-никогда? Никогда. Тогда ты будешь Хорсом. Хорсом? А это еще кто? Двоечник. Это же славянский бог. Охранник солнечного света. Хорошо. Буду Хорсом. Макс, иди завтракать. Максим, мне срочно нужно уехать на пару дней. В холодильнике суп, жаркое. На 2 дня тебе хватит. Свежие рубашки в шкафу. Пожалуйста, бери с собой перекус. Знаешь, я решил, что буду жить с отцом. Потому что меня достали твои нотации, мам. Ты вечно рассказываешь мне, как жить, а сама... Что? Ты со своей работой совсем забросила отца. Вот он и пошел налево. Так что ты сама во всем виновата. Да, и вообще... Света меня лучше понимает.
Дома никого нет. Мам, ты что? Я все знаю. Игорь мне звонил. Какой такой еще развод? Даже слышать об этом ничего не хочу. Начинается. Значит так. Ты сейчас домой поедешь и помиришься со своим мужем. Без этого даже не появляйся в моем доме. Хорошо, что я этот момент предусмотрела. Это что еще за вторжение в мой дом? Это и мой дом тоже. Не переживай, ненадолго. Небось, к Вадиму примчалась. Опоздала. К нему тут уже бегает одна. Подружка твоя. Полинка Тихонова. И что здесь такого? Мы еще в институте все дружили. Я, Полина, Вадим, Игорь. Вот именно, Игорь. Я просто не представляю, как можно было бросить такого мужа. Мам, покорми меня лучше. Игорь, он же сокровище. Он золото, а не муж. Он был влюблен в тебя с юности. Он так красиво за тобой ухаживал. Ты была за ним, как за каменной стеной. Ты куда пошла? Я еще не закончила. Апорт! Неси сюда. Молодец, мой мальчик. Давай, лови! Неси сюда. Да ты молодец. Пусти! Пошли. Привет, Вадим. Это Полина. Звоню узнать, как там твоя рука, волнуюсь. Перезвони, как сможешь. Привет, Полина. Не узнала? Анечка, судьбами совсем не изменилась. Такая же красавица. Рада видеть. Проходи. Рассказывай, как семья, как Игорь. А с Игорем не сложилось. Серьезно, почему? Долго рассказывать в следующий раз, ладно? Твоя работа? Да. Ты во Франции была? Нет, я с фотографией писала. Ну, думаю, когда-нибудь я. Жалко, что у вас с Игорем так. У вас сын, кажется. Да, Макс. Учится в художественном институте, очень талантливый. Недавно сделал копию самого Ладынина. Тогда же профессор назвал его работу гениальной. А сюда зачем? На родину потянула? Я к Вадиму приехала, а дома его не застала. Так он уехал уже, наверное. Ты по делу к нему?
Я хотела предложить ему выставку в своей галерее. Ну и о прошлом поговорить. Он же тогда так неожиданно уехал. Я сейчас. Ты знаешь, он тогда еще просил передать, а я как-то в суматохе забыла, прости. Всегда странным был. Тогда неожиданно уехал, сейчас вот. Полина, у меня все нормально. Я гулял в лесу. Да, хорошо, я поняла. Говорю, странный, уезжает, возвращается. Схожу к нему. Ты знаешь, сейчас не подходящий момент. У него мама недавно умерла, он хмурый такой. Ничего, я ненадолго. Давай вместе. Он обрадуется. Уберите, пожалуйста, вашу собаку. Дарк, иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Что вы делаете в моем дворе? Вас жду. По очень важному делу. Какому? Предлагаю обсудить продажу вашей картины. День солнца. А кто вам сказал, что она продается? Я заплачу. Очень хорошие деньги. Меня это не интересует. Неужели? А мне тут нашептали, что вы на мели. Как его зовут? Артур Владимирович. А. Значит так, Артур Владимирович. Предлагаю вам по-хорошему покинуть мой двор. Я знаю, что художники любят набивать себе цену. Сопротивляются, пока не услышат цифры. Может быть, мы опустим эти брачные танцы и поговорим, как деловые люди? Дарк, зря я тебя останавливал. Этот Артур Владимирович начинает мне надоедать. Послушайте, вы даже не знаете, от чего вы отказываете. Пошел вон. Пойдем, Дарк. Место, где мы купались, заросло? Да, уже давно. Там топка, к воде не подойдешь. Озера позарастали, болот много. Сам же пожалеешь. Ой. Ты ненормальный, я полицию вызову. Смотри, куда идешь. Чуть с ног не сбил. Извините. Вадим, смотри, кого я тебе привела. Привет, Вадим. У Ани своя галерея, она хочет организовать твою выставку. Как ты посмела явиться сюда после того, что сделала? Что? Ты о чем? Я говорила сейчас неподходящий момент. Мы позже зайдем. Пойдем, пойдем. Я его никогда не сниму. Никогда-никогда? Никогда. Смело явиться сюда после того, что сделал. Что?
Что? Ты о чем? Что такое? Нам нужно поговорить. Нам не о чем разговаривать. Пойдем, Дарка. Пойдем. Я не уйду, пока не выясню причину. Причину чего? Твоего тона. Что я тебе сделала? Это ведь ты меня бросил ради учебы за границей. Хотя сам всегда говорил, что хочешь жить и работать на родине. Назвал меня материалисткой, а сам погнался за деньгами и славой. Клялся вечной любви. А сам даже не соизволил мне лично кулон в руки передать. Это я тебя бросил? Я тебя собственными глазами видел в постели у Игоря. Что? Я никогда... У меня тогда с Игорем ничего не было. Может, я выпила лишнего с Полиной, но я даже не помню, как я заснула на его кровать. Не помнит она. Прекрасно. Зато я помню. Я говорю правду. Только не надо сейчас, ладно? Еще скажи, что ты приехал помириться и всякое такое. Ну зачем вот это вранье? Ты приехала, чтобы убедить меня выставиться в твоей галерее, чтобы ты заработала на мне деньги. Я не прав? А, ты хотел посмотреть мои картины? Да? Пойдем. Пойдем. Смотри. Что это значит? Я не пишу больше картины. Почему? Причины не важны, не пишу и все. Следовательно, не могу быть тебе полезен. Вадим. Уходи. Обувь берите удобную. Одежду такую вон, чтобы порвать было не жалко. Всегда берите с собой фонарик. И никогда, запомните, никогда не поднимайтесь наверх в дождливую погоду. Особенно это касается новостроек и заброшек. Это, конечно, понятно. Но когда на заброшку пойдем, а? Сегодня? Сегодня не полезем. А тебе вообще еще туда рановато. Сори, предки стыжи. О, привет. Привет.
Так, а ну тихо там. Ну что, еще есть вопросы? А может, хватит разговоров? Мы Руфи-то будем сегодня? Ого. А вы все новички такие дерзкие. А я не новичок. Ну, сейчас посмотрим. Так, первая группа за мной. Поехали. А остальные? А остальные вечером. Большая группа может вызывать подозрения. Все, счастливо. Тебе и нарядилась. Блин. Клянусь-то это. На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Девушка, а вы не меня ждете? Нет, не вас. Ладно, жаль. Да ну где ж ты, Макс-то, а? На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Давай! Ты, ребят, снимай, да? Давай, давай! Хорош! Да? Я еще так, папа! Есть! Суть! Ты как, целый? Ты засняла это, да? Да. Класс. Прикольный видос. Красивый, да? Да. Че, идем к ребятам? А ты хорошо себя показал. Красавчик. Как знал, что этот навес ненадежен? Я уже был на этой крыше. Один? Ну да. А еще на площади Победы и на Грушевского. О. Ну тогда тебе особый респект. Эти крыши не из легких. Даже ты на них не сразу поднялся. Давай. Я не такое могу. Че, может, вечером на заброшку? Ну давай. Возьмем его с собой. Конечно. Идем с нами. А ну сальтуху давай. Давай, давай. Я Игорю позвонила. Сказала, что ты сегодня приезжаешь. Завтра, мам, завтра. Слушай, я ему редисочку передам. И лучок. Он редисочку любит. Мам, ну какая редиска? Ну, он все это в городе купит, не смеши. Да ты что? В городе же все с нитратами. Я еще пирогов напеку. Он любит. Мама, а у Вадима мама когда умерла? У какого такого Вадима? А я ничего не знаю. Мам, перестань. Редиска-то какая, а? Глянь. Сладкая, как сахар. Хорошо, отвезу ему редиску. 26 апреля. Как раз на Пасху. Ты куда? На автовокзал за билетами? И туда тоже. Женька!
Сори, опоздал немного. Немного? Да я прождала тебя целый час. Ты мог бы хотя бы позвонить? Ну, извини, у меня телефон сел. Слушай, у меня такой день был, такой залаз. Слушай, а чего ты так нарядилась? Ты ж платье и каблуки вообще с детства ненавидишь. Еще и накрасилась. Да не твое дело, захотелось. Ты как мог опоздать? Ты же знал, как я хотела пойти на этот фильм. И ты после того, как я лазила на твои дурацкие крыши. Жень, я, кажется, ей понравился. Кому? Нике. Прикинь, она меня даже поцеловала на прощение. Отстань от меня. Эй, ты чего? Ничего, Нику свою обнимаю, ей это точно понравится. Жень, ну подожди. Отстань от меня! Сейчас, Дарк, сейчас. Подожди. Рядом. Ох. Неужели мы с тобой не туда свернули, а? Дарк. Оно ведь было где-то здесь. Ладно. Найдем. Оба. Оба. Стой, Дарк, отойди. Дай мне пройти. Дай пройти-то. Почта, а? Дарк, послушай. Дарк, слушай меня. Позови кого-нибудь на помощь. Слышь меня? Давай, быстрее. Ох, черт возьми, а. Ну, надо ж так попасть-то, а. А где твой хозяин, а? Что-то случилось? Дарк, ты хочешь мне что-то показать? Дарк! Что такое? Ох. Что случилось? Ой. Сейчас, Дарк. Господи, Вадим! Сейчас, подожди. Ты близко только не подходи, увязнешь. Хорошо. Сейчас, Дарк. Ой. Ой. Давай руку, ой. Давай руку. Давай. Ну. Я не могу дотянуться. Ты сможешь наклонить вот это дерево? Давай. Давай. Сейчас. Я не могу. Давай еще. Не могу. Найди какую-нибудь длинную палку. Ай, Дарк, ищи. Давай. Ой, спасибо. Давай. Все, все. Давай, тянись. Хватай. Давай, тащи, 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 тащи. Молодец, хороший мальчик. Давай. Давай. Молодец. Дарк, брось!
Молодец. 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 Все, молодец. Умудрился в болото попасть. Оно же всегда здесь было. Но совсем рядом с нашим озером. Я ведь давно здесь не был. Если б не ты, я б не знаю, что было бы. Да брось. Давай домой тебя провожу. А то опять куда-нибудь провалишься или в капкан попадешь. Давай, пошли. Пойдем. Домой, Дарк. Да, вперед. Ой. Рядом. Пошли. Садись, поешь. Да я думаю, одним чаем тут не обойтись. Настойка из лесных ягод? Она самая. Мамин фирменный рецепт. Помню, помню. Она ягоды собирала возле озера. Я как раз искал это озеро. Но заблудился. А раньше дорогу мог вообще закрытыми глазами найти. Первый раз меня на это озеро мама привела. Плавать учила. Ты ведь из-за нее вернулся? Она ничего не говорила о болезни. Просто просила приехать. А я был слишком занят, все время откладывал. Но ты же не знал. Нет, ты не понимаешь. Она умирала. А я думал об этой проклятой выставке. Раздавал никому не нужные интервью, веселился, смеялся, фотографировался, раздавал автографы. Ты не виноват. Нет, я виноват. Когда я узнал, что мама... Не знаю, у меня в голове будто все прояснилось. Кто я? Чем занимаюсь? Моя ли вообще эта жизнь? И самое главное, кому это нужно? Развлекать людей. В то время, когда твой самый близкий человек... Это гордыня. И вот наказание за нее. В тот день я просто решил все бросить. Потому что понял, что не смогу жить, как раньше. Я должен был приехать. Решил заморить себя корем? Уже ничего не изменишь. Но я не смогу себе простить. Как и я. Я ведь тоже не приехала к умирающему отцу. Занималась открытием галереи. И единственное, что я смогла сделать потом, это попросить у него прощения. И ты знаешь, мне стало легче. Это не поможет. Ну, ты попробуй. Я долго думал и решил, что я не буду больше писать картину. Уже мастерскую закрыл. Наказываешь себя? А чем ты будешь заниматься?
Да жить обычной жизнью, как все люди живут. Ну, работать на земле, рыбачить. Но только ты не такой, как все. Ты очень талантливый. И ты должен делиться талантом с другими. Поделился уже. Хватит. Твое творчество очень важно. Я видела, как люди смотрят на твои картины. Послушай, я все уже решил. Давай не будем об этом. Вадим. Аня, я прошу. Как скажешь. И не забудьте о пленэре на следующей неделе. Планируется выезд в Пирогово. Там вы сможете изобразить различные объекты при естественном освещении и в естественных условиях. Все свободны. Жень. Жень, подожди. Спасибо. Жень. Сегодня было очень интересно. Не надо, прогресс на лицо. Жень. Ты чего меня весь день избегаешь? Тебе показалось. А давай вечером в кино. На тот фильм, что ты хотела. Не, вечером я не могу. Мне он по учебе завал. Макс! Привет. Привет. Че, увидимся сегодня вечером на сходке? Конечно. Класс. Тогда до встречи. Давай. Пока. А давай с нами. Будет крутой залаз. А у меня сегодня вечером свидание. Со старшекурсником. Ты его не знаешь. Мне пора. Привет! Яблоня-то как выросла. Игорь сажал. Зять у меня золотой. Забор новый поставил, крышу починил. Да и ты ни в чем нужды не знала. Мама, Игорь просто прислал тебе рабочих. Нет. Это говорит только о том, что он хорошо относится не только к тебе, но и к своей любимой теще. А что Хорс? Он сумасшедший. Он когда приехал, к нему Любовь Владимировна пришла. Хотела его пригласить в музей, так он на порог дома ее не пустил. А что за музей? Да его собственный. Так вот, Игорь. В школе есть музей Хорса? Есть. Это была идея его матери. Я им кабинет выделила. Они там с Любовью Владимировной все и обустроили. А ты в школу собираешься? Я с тобой схожу. Покажешь мне. Здрасте. А кто будет цветы высаживать? Мам, я вернусь и все доделаю. Нечего там тебе делать. Хорошо, я сама все посмотрю. И смотреть там тебе нечего. Ну, а если это ускорит мой отъезд? Ну, ладно. Только в таком случае за билетами я поеду. Как скажешь, мам. Здравствуй, мама. Вот принес твою любимую сирень.
Она сейчас так пышно цветет, что тебе бы понравилось. Помнишь, как в первом классе я на день рождения подарил тебе букет сирени? А ты попросила меня нарисовать его. Потом похвалила и сказала, что я стану великим художником. Мама. Как же долго меня не было. Какие-то дела, суета. Куда-то бежал. Хотел все успеть. Я должен был приехать раньше. Должен был. Мне хочется все исправить. Сесть рядышком. Чтобы мы с тобой говорили, говорили. Прости меня, мамочка. Я так виноват перед тобой. Вадим, идем со мной. Куда? Это сюрприз. Я не люблю сюрпризы. Это важно. Это касается твоей мамы. Пойдем. Вот этот музей хотела показать тебе Любовь Владимировна. Твоя мама помогала его создавать. Она очень тобой гордилась. И хотела бы, чтобы ты продолжала рисовать. Не буду тебе мешать.
красиво тут, да? Ну, я видела и получше. И где же? В Китае. Когда мы с Филом забрались на самый высокий кран в мире. Мы еще оттуда видос сняли, он взорвал интернет. А почему он сегодня не пришел? Не знаю. Дела какие-то. А вы с ним вместе или как? Были когда-то. Сейчас просто друзья. То есть ты свободна? Будешь моей девушкой? Я не знаю. Фил для меня совершил свой легендарный трюк. Видел фотки в интернет? Где он на одной руке свисает с крана? Угу. Я круче могу. Да ладно. Ага. Ну-ну. Меня сложно удивить. А я рискну. Так что, придешь на свидание? Ладно. Я подумаю. Глава жюри, художник Светличный, не может приехать. У него какие-то там семейные неприятности. А конкурс уже послезавтра. Дорогая Любовь Владимировна, вы занимались организацией конкурса. Ну, найдите какого-нибудь художника. Добрый день. Ольга Федоровна, я к вам. Хорошо, что и вы здесь, Любовь Владимировна. И простите меня за тот раз. Был неправ. Ну что вы, это такие пустяки. Вы расскажите лучше о себе. Когда нам ожидать ваших новых картин? Начинается. Так я, в принципе, за этим и пришел. Хочу подарить школьному музею свою картину. День солнца. Вадим был моим лучшим учеником. Я всегда знала, что у него большое будущее. Для меня очень важно быть сегодня здесь. Любовь Владимировна, я полагаю, надо предоставить слово нашему гостю. Спасибо. Эта картина очень дорога мне. Я ее писал для мамы. Поэтому я хочу, чтобы она хранилась здесь, в вашем музее. Вадим Андреевич, от лица всех присутствующих я прошу вас возглавить конкурс детского рисунка. Я согласен. Ну, я полагаю, детали конкурса можно обсудить в моем кабинете. Прошу вас. Аня, может, ты нам поможешь, а то я как-то один. Конечно. Привет. Так, тихо-тихо, не бегать. Вы не на стадионе. Запрещено в школе пользоваться телефоном. Ведь сейчас не урок. Не спорь со старшими. Убери немедленно. Волошку подними. Петрович, давай ко мне в кабинет. Федоровна, так я ж на посту. Давай-давай, важная птица, это срочно. Что такое? Да ноги уже не те, а вы гоняете. На пенсию могу отправить. Опять на пенсию. Не дают мне покоя. Сколько шуму из-за этого художника. Да, не говори. А картина-то хоть красивая? Не знаю на любителя, но если ее украдут, шума будет еще больше. Что, дорогая? Дорогущая. Вот что, Петрович, нужно установить музей, камеру наблюдения. Деньги вот я тебе выделю. Извините, а можно мне премию выписать за верную службу? Петрович, не нервируй меня, на пенсию точно отправлю. Давай, иди занимайся камерой. Так камеры эти, знаете, сколько стоят? Ужас. Понял. Не будет премии.
Анечка, привет. Полина, ты чего так быстро ушла? Я тебя в школе искала. Дела срочные появились. Слушай, идея с конкурсом просто отличная. Вадиму на пользу. Он хоть развеется. Да, он прям оттаял. Может быть, я могу чем-то помочь? У нас в музее часто конкурсы проходят. Конечно. Мы завтра целый день будем в школе. Присоединяйся. Хорошо, договорились. В актовый зал подходи. Отлично. До встречи. Жюри мы разместим где-то здесь. А сколько будет человек? Трое, включая меня и Вадима Андреевича. Мне вот эта работа очень нравится. Правда, хорошая работа. Полина, молодец, что пришла. Поможешь мне с картинкой? Да, конечно. Ты очень талантливый мальчик. Мой ученик. Да? А как вам вот эта работа? Тоже хорошая. Здесь вообще очень много замечательных работ. Так. У нас закончились скрепки. Они на столе в учительской. Я сейчас принесу. А. Возьми побольше. Хорошо. В этот раз будет еще специальный приз от меня. Здорово! Дети будут в восторге. Что ты ищешь? Скрепки я принесла? Нет. А, вот. Хочу рисунки красиво подписать. А тебе не кажется, что вот эти рисунки нужно поменять местами? Так гармоничнее по цвету будет. Так. Да? Угу. Ты права. Анечка, меня в музей вызвали. Я побегу, ты не против? Да, конечно. Спасибо тебе за помощь. И до вечера. Ты же придешь? Я постараюсь. Привет, а я узнал. Надо встретиться завтра на нашем месте. Дело стоящее. Послезавтра не получится. Нет, тоже не получится. Послушай. Если тебе не интересно, я найду кого-то другого. Хорошо? Завтра в 9. Давай, аккуратно. Так, здесь лестница. Осторожно. Ага. Давай. Долго там еще? Ну, сколько нужно. Идем. Так, тут переступай. Так. Идем, идем. Так, все. Вот здесь вот стой. Можно? Еще нет. Теперь открывай. Сюрприз. Вау. Ну, а это еще не все. Один момент. Макс, ты что, собираешься туда залезть? Ну, вообще, я думал немного не об этом, но... Да. Офигеть! Ты уж так высоко и так опасно. Ты того стоишь. Ты очень смелый, Макс. Thank you.
Давай! На самом деле, мы отметили очень много прекрасных работ. Признаюсь, нам было нелегко выбрать одного победителя. Но все же, по условиям конкурса, он должен быть один. Поэтому им стал Богдан Нелюба, ученик 4 А-класса нашей школы. Прошу, подойди ко мне. Привет. Держи это тебе. Наш дорогой Вадим Андреевич приготовил для победителя специальный приз. И это сертификат на годичное обучение в лучшей художественной школе столицы. Держи. Молодец. Спасибо. Дорогой Вадим Андреевич, мы очень благодарны вам за участие в конкурсе и с нетерпением ждем ваших новых картин. Спасибо большое. Спасибо. 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 Здесь только те, кто живут близко, а остальных мы с Вадимом на машине отвезем. Спасибо, Анечка. Спасибо. Счастливо. Вроде все. Ну что, поехали? Поехали! Я мечтаю порофить в Эмиратах. Про принца Стаур слышал? Это тот, что в Дубае? Угу. Самое высокое здание в мире. Только представь, какой оттуда открывается вид. Только это очень дорого. Знаешь, мы обязательно побываем там. Ты обещаешь? Я что-нибудь придумаю. Ну что, пойдем? Ты когда-нибудь встречал рассвет на крыше? Нет. Ну тогда мы просто обязаны остаться здесь до утра. Зачем мы сюда приехали? Это наше озеро. Помнишь его? Конечно, помню. Может, прогуляемся? Я так соскучился по нашим местам. Они в Америке мне снились. Ты же торопился домой Дарка кормить. Так мы недолго. Пойдем. Помнишь, как я впервые привел тебя на это место? Конечно. Тогда было очень холодное лето. А ты поплыл за кувшинками для меня. Ну, а потом слег с воспалением легких. Однако я их принес. Да. А помнишь, как мы с тобой на перегонке плавали? И я всегда выигрывала. Я и сейчас у тебя выиграю. Сомневаюсь. Поспорим? Ты чего делаешь? Ты куда? Ну подожди, так нечестно! Догоняй! Ладно.
этот раз ты меня не обыграешь! Смотри, ты совсем не в форме! Сейчас посмотрим! Вот. Все, я выиграла! Значит так, ты топишь своих конкурентов, да? А ну вернись, дай мне отыграться! Вернись, тебе говорят! Нет! Вернись, а то я тебя сейчас... Ты замерзла? Немного. Сейчас дров подкину. Иди ко мне. Что там у тебя за дело? Выкладывай. Хочешь заработать миллион на картине Вадима Хурса? Если честно, я удивлен, что ты меня позвала. Все в прошлом, я зла не держу. Послушай, на меня и вправду тогда кинул заказчик. Иначе бы я заплатил тебе, как и обещал. Я же говорю, все в прошлом. Давай к делу. В нашем городе проходила выставка Вадима Хурса. Странно, что я не знал. Все было очень тихо. Я сфотографировала одну из картин. И знаю художника, который может сделать отличную копию. Значит, мы с тобой будем, как и раньше, работать вместе? Нет, как раньше не будет. Жаль. А я как раз начал сотрудничество с Никитой Кимовичем. С тем самым чиновником? С ним. Он же тогда отказался с тобой работать, как ты его уговорил. Секрет фирмы, подруга. Ладно, проехали. Ближе к делу. Художника зовут Макс Ветров. Я договорилась с ним о встрече в парке в полдень, на нашем прежнем месте. Скажешь, что ты от Анны.
Он знает меня под этим именем. Угу. С меня тот же процент от продажи? Ну, конечно. Хорошо. Детали обсудим позже. Да. Мне пора. На связи. Хорошего тебе дня. Дмитрий Степанович, это я вам звонила. Полина Тихонова. Помните меня? Нет. Пару лет назад я была свидетелем по делу Артура Макарова. Да, припоминаю. Так вот, вы сказали, что если у меня появится информация, чтобы я дала вам знать. Этот человек готовит преступление. Пытался меня втянуть. Вот у меня здесь все изложено. Я вас очень прошу, не говорите ему ничего обо мне. В прошлый раз, когда я ему отказала, он мне угрожал. А почему вы раньше не сказали, что Макаров вас запугивал? Я боялась. Он способен на все. Ну, успокойтесь, вам ничего не грозит. Все сказанное останется между нами. Но вы должны понимать, что если дело дойдет до суда, вы должны будете давать свидетельские показания. Ну, конечно. Но он будет арестован. И уже не опасен. Я понял, успокойтесь. Я могу идти? Да, можете. Только никуда не уезжайте. Вы нам можете понадобиться. Конечно. Спасибо. Всего доброго. Это Горский. Вызови ко мне Елового и Байчука. Пойдем? Давай еще немного посидим. Мне так хорошо с тобой. А когда у тебя день рождения? Через месяц, а что? Как тебе идея поруфить в Стамбуле? Там много классных высоток, можно было бы тур купить. Я уже была в Турции. Да. Я знаю, что ты хочешь в Эмираты, но... Я их пока не потяну. Вот как. Ник, мы обязательно туда съездим. Просто немного попозже. Ну ты чего? Нужно просто немного подождать. Хорошо. Который час? Почти 12. Я забыл. Меня мама попросила с одним человеком встретиться. Мне надо бежать. Хорошо. Но мы же увидимся вечером на сходке. Угу. Вы с Игорем еще вместе? Нет, разводимся. Но вы же так были счастливы. Это точно не про нас. Нам вообще не стоило жениться. Хотя ты вышла за него сразу после того, как я уехал. Тебе мама рассказала? Написала. После этого я решил, что сюда уже не вернусь. Так сложились обстоятельства. Я надеялась, что полюблю его. Вскоре появился Макс, а ему нужен был отец. Ну и правильно. Я рос без отца, поэтому... Никому такое бы не пожелал. Не знаю. Мы с Игорем очень часто ругались. Все это было на глазах у Максима. Думаю, что ему было хуже всего. Вадим, я хочу тебе кое-что сказать. Извини. Я сейчас. Да. Слушай, Ань, ты только не волнуйся. Макс куда-то пропал. Как? Он не ночевал дома, и сейчас его телефон вне зоны действия. Я звоню с самого утра. Ну, позвони Жене.
Нет, Женя тоже его не видела. Только не начинай, а? Приедешь? Хорошо, я буду весь день дома. Да, хорошо. Если объявится, сразу наберу. Сначала устрою ему. Все, давай. Все в порядке? Ты хотела что-то сказать? Давай, не сейчас. Максим не ночевал дома, не отвечает на звонки. Боишься, что с ним что-то случилось? Не знаю. Надеюсь, что все в порядке. Он любит выкидывать разные фокусы. Мне надо ехать в город. Поехали. На данный момент абонент не может принять. Игорюш. Ты что-то неважно выглядишь. Хорошо себя чувствуешь? Голова болит. Я, наверное, в аптеку схожу. Слушай, давай я схожу, ты полежи пока. Не-не, тебе нужно дома быть. Вдруг Макс придет. Пусть только появится. Купи мне сигарет. Ты же бросил. Бросишь что-то. Слушай, ну не переживай ты так. Ну, загулял парень там с друзьями или с девушкой объявится. Он же не маленький. Я скоро. Угу. Бунтует? Испытывает мое терпение. Знаешь, когда он маленький был, он на стенах рисовал знак протеста. И часто он протестовал? К 10 годам свободного места на обоих не было. С пеленок заявил, что будет художником. Весь в тебя. Ты в юности тоже хорошо рисовала. А вот Игорю вообще нечего было делать в художественном институте. Тебя может в город подвезти? Что? А, нет, не нужно. Ты меня к маме подбрось, а дальше я сама. Хорошо. Вы меня ждете? А ты Макс? Тогда тебя. Меня зовут Артур, я от Анны. Давай отойдем. Анна прислала тебе фото картины. Сможешь сделать с нее копию? За деньги, естественно. Это разве не противозаконно? Да. Только если поймают. Я действую по хорошо отработанной схеме. И за много лет ни одного прокола. Похвально. Если боишься, так и скажи. Я ничего не боюсь. Или не потянешь Хорса. Он ведь сложный художник. Не для меня. В чем же тогда дело? Я хорошо заплачу. И о какой сумме идет речь? Такая сумма тебя устроит? Вполне. Тогда план такой. Ты делаешь копию, а когда она будет готова, набираешь меня. Мне за два осилишь? Обменяемся в тот же день. Мне картина, тебе деньги. Все по-честному. Договорились. Вот и славненько. Руки жму. Снимай. Да снял я уже. Не дергайся, Боря. Хорошего дня, Макс. Мы еще увидимся? Конечно. Я приеду и сразу позвоню. Хорошо? Хорошо. Можно я с тобой поеду Максима искать? Это лишнее.
Наверняка он уже дома. Ну, ничего страшного, я тебя не стесню. Я могу остановиться у Игоря, тем более я давно его не видел. Думаю, Свете это не понравится. Да ладно, я договорюсь как-нибудь со Светой. А Игорь, я думаю, не будет против. Мам, я сказала, оставайся дома и хватит говорить мне об Игоре. Хорошо, только я очень тебя прошу, ты, пожалуйста, позвони, как что-то узнаешь. Я же буду ждать. Хорошо. Помнишь, как я впервые показал тебе это место? Конечно. Тогда было очень холодное лето. А ты поплыл за кувшинками для меня. Догоняй! Иди ко мне. Степаныч! Открой! Выходной. Знаю, что выходной. Не успел картину закончить. Но очень нужно. Ну ладно, заходи. Спасибо. До сих пор нет? Что ты делаешь? Максим будет жить со мной. Это еще почему? По-моему, ты уехала непонятно куда. Причем тут я? Я решала проблему галереи, которая у меня, кстати, по твоей вине. Это ты виновата, что он отбился от рук. Это последствия твоего воспитания. Слушай, ты тоже хорош. 2 дня с тобой ребенок пожил и тут же сбежал. Да не сбежал он. Так все, я ничего не хочу слышать. Я забираю его себе. Я тебе его не отдам. Вы вообще себя слышите? Забираю, не отдам. Я что, вещь какая-то? Ты где был? Что у тебя с телефоном? Знаете, я не обязан перед вами отчитываться, мне не 5 лет. Я могу сам решить, где мне жить. Я сейчас заблокирую карточки. И закончится твоя сладкая жизнь. Макс, больше никаких встреч с друзьями. Вы меня достали, я поживу один. Интересно, на какие это средства? Максим, чтобы в 11 был дома! Артур, это Макс. Картина готова. Я всегда быстро работаю. Мы можем встретиться?
Нет, лучше сегодня. Мне срочно нужны деньги. Хорошо, договорились. Нет, ну это ж надо. Вы мне что, вообще доконать сегодня решили, а? Макс совсем распустился. А она тоже хороша. Тоже мне. Великий воспитатель. Свет, ты долго там? Выходи уже, Анна, поговорить надо. Уже выхожу. Не, ну вот скажи мне. Ну в чем я виноват? Я люблю Макса. Макс мой единственный ребенок. Знаешь, она ведь не хотела больше детей. И я смирился. Всю жизнь думал только о них двоих. Все им отдал. И что? Это мне такая благодарность? Свет, ты долго? Шустрый ты парень. Надеюсь, копия качественная? Вот сами и проверьте. Хорошо. Очень хорошо. Я могу копировать Форса с закрытыми глазами. Мне близок его стиль. Ну что ж, ты заработал их честно. Там все, как и договаривались. Может, продолжим сотрудничество? Возможно. Но я хочу больше денег. У тебя и так шикарный процент. Тогда я найду кого-то другого. Ну подожди, подожди. Предприимчивый ты, молодой человек. Ладно. Будем на связи. Хорошего вечера тебе, Макс. И вам тоже. Роберт, добрый вечер. Извините, что поздно. Хочу сообщить вам, что картина уже у меня. Да-да, погодка, конечно. Нику ищешь? Это не твое дело. Некрасиво, братан, чужих девушек на свидание приглашать. Она теперь со мной. Неужели? Вот сам у нее и спроси. А зачем мы будем ее вмешивать? Давай сами разберемся. О, кто первый на крышу залезет, с тем она и будет. Братишка, ты походу не понял. Она и так со мной. И в Эмират ее повезу я. В Эмират. Ты просто зассал. Так скажи. Будет забег! Походу будет жарко, народ! Пошли! Ребят, ставлю на Фила, он обгонит этого выскочку. Ну, не знаю, у Макса тоже неплохая скорость. Давай, Фил! Фил! Вот идиоты, там же скользко. А что они туда вдвоем залезли? Эй! Из-за тебя. А это у них дуэль такая. Че, правда? Привет! Фил же знает, что нельзя лазить после дождя. О, а я что говорил? Ставлю на Макса. Да пошли вы, придурки, я свалю. Давай, давай, давай! А
вот теперь я тебя сделаю. Он что, умер? Чего стоите? Скорую вызывать! Да, хорошо, я сейчас еще 15-ю заведу. Угу, все, давай. Пока. Здравствуйте. Нам звонили по поводу Максима Ветрова. Что с ним? Моего родителя. Ну, ваш сын сорвался при попытке забраться на крышу. Но, к счастью, он упал на защитный козырек. Так что отделался легко, пара ушибов и травма руки. Здравствуйте. Здрасте. А мне Макс позвонил, попросил приехать. Все обошлось. Счастливчик ваш Макс. Через пару недель будет здоров, так что не волнуйтесь. А когда мы можем его забрать? Ну, сегодня можете его забрать домой, только за рукой нужно следить амбулаторно. Вот и все. Макс. Ну что, молодой человек, в этот раз вам повезло, но в следующий раз может так не подфартить. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Ты как? В норме. Поехали домой. Я пока поживу у друзей. Жень, пойдем. Вы не переживайте, он загоряча, я поговорю с ним. Все будет хорошо. Извините за опоздание. Пробки. Все в порядке. Здравствуйте, Роберт. Картина здесь. Она прекрасна. А вот сертификат, который подтверждает ее подлинность. И здесь же справка, разрешающая вывоз картины за границу. Артур, с вами приятно иметь дело. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Меня интересуют все картины Хорса. Артур Макаров, следуйте за нами. А в чем, собственно, дело? Что вы себе позволяете? Я ни в чем не виноват. Меня просто попросили передать картину. Вам тоже нужно будет проехать с нами. Хорошо. А что происходит? Вам все объяснят. Пройдемте. Важную роль в подготовке художников имеет копийная практика. Она проводится в художественных музеях и галереях. Виктор Сергеевич, вынужден прервать ваше занятие. Здравствуйте. Нам нужен Максим Ветров. Максим? Ну вот он. А что, собственно? С вещами на выход. А что случилось? Макс. Макс, что происходит? Продолжайте занятие, уважаемый. Садись. Позже зайдете ко мне. Продолжим. Полиция раскрыла организованную группировку мошенников, которая занималась подделыванием картин и продажей их за границу. Вашего сына взяли на копии. Его сдал арт-дилер и аферист Артур Макаров, организатор группировки. А где сейчас Максим? Несколько суток он будет находиться в изоляторе временного содержания. Потом его переведут в СИЗО. Ну, а дальше суд. Я вам сочувствую. Ситуация очень серьезная. Ваш сын сделал копию картины известного художника Вадима Хорса. Хорса? Какое именно? Ну, это известно, как и везло. День солнца.
Спасибо, что согласились со мной встретиться. Давненько мы с вами не виделись, Полина Александровна. Может, отобедаете со мной? Спасибо, я не голодна. Благодарю, свободны. Так что же это у вас за срочное дело такое ко мне? Я узнала, что Артура сегодня арестовали. Что ж, неприятная новость. Он стал слишком неосторожным и самонадеянным. Я перестала с ним сотрудничать и вас хотела предупредить. Но все к лучшему. Теперь мы можем работать напрямую. Ведь все картины всегда доставала я. И что же вы мне можете предложить? Картину Вадима Хорса «День солнца» для начала. Оригинал. Именно. А вы решительная барышня, Полина Александровна. Ваши условия? Сумма, о которой говорили, умножается на два. Хотите купить виллу на Лазурном берегу? Домик в Провансе. Ольга Федоровна, вы куда-то собрались? До столицы поеду. Анна не звонит. Про Максима ничего не рассказывает, а телефон у них с Игорем не отвечает. Ну вот и решила поехать. Значит, вы не знаете новостей о Максе? Новостей? Каких таких новостей? Поверить не могу. Но почему Аня мне ничего не сообщила? Много у меня, конечно, еще тот анархист. Но я ведь тоже за него волнуюсь. Да я думаю, просто не успела. Такую на голову свалилось. Нет, не поэтому. Просто моя дочь меня не любит. Хотите, открою вам секрет? Она считает точно так же, что вы ее не любите. Я не люблю собственную дочь. Как она могла так думать? Я всю жизнь желала ей только добра. И мужа хотела ей надежного. Как Игорь? Как Игорь. Я тебе честно скажу, я не хотела, чтобы вы женились. Да, я знаю. Просто я считала, что ты какой-то, непрактичный. Что в тебе нету импульса, нет амбиций. Я не верила в то, что ты сможешь дать моей дочери такую жизнь, которой она достойна. Это я настояла, чтобы она вышла замуж за Игоря. Это была моя ошибка. Вы есть друг у друга, это самое главное. Вам просто нужно сесть и обо всем поговорить. У меня такой возможности больше нет. Ты так тихо вошел, я даже не услышала. Как, Макс, что вы в полиции сказали? Свет, нам надо серьезно поговорить. Да, мне нужно сообщить тебе одну новость. Я узнала раньше, но все подтвердилось именно сегодня. Я все обдумал. Я сейчас необходим Максу и Ане. Особенно Ане. Ей очень тяжело, я должен быть рядом. Ну, по крайней мере, пока все не наладится. Ну, конечно. Конечно, тебе стоит ее поддержать. Нет, я не об этом. Нам надо расстаться. Но мне очень тяжело сейчас тебе об этом говорить, но... Я не могу по-другому. Это моя семья. Понимаешь? Прости.
все будет хорошо. Мы спасем твоего сына. Я не говорила тебе по телефону. Макс скопировал твою картину «День солнца». Говорят, меня трудно подделать. Значит, он действительно талантливый. Я хотела с ним встретиться и разузнать у него все, но мне даже свидания с ним не дают. Все будет хорошо, успокойся. Спасибо тебе. Здесь. Ты почему не сказал, что вы вместе? А вот сюрприз хотели тебе сделать. Мам, я так рада, что ты приехал. Ну, пойдемте, я вас покормлю. Я принесу. Скажи мне, как Максим? Я только завтра его увижу, мне не дают свидания. И Игорь сказал, что найдет хорошего адвоката. Мам, ты останешься хотя бы на пару дней? Хорошо. Столько, сколько нужно, столько и буду. Я в школе Петровича за главного оставила. Он так обрадовался. Сказал, что даже ночевать в школе будет. Ну, пойдемте. Пойдемте есть. Светик! Как хорошо, что ты дома. Светик, ты прости, я тебе сегодня глупостей всяких наговорил. Ты забудь. Светик! Светик, ты что-то хотела сказать. Ироды, о негодяи, что натворили?
Но я доберусь до вас! Я вам покажу! А что ж я им покажу? Теперь Федоровна точно на пенсию отправит. Да выпендривался ваш Макс, посадят его. А что он сделал? Картины подделывал, а копии за границу продавал. Деньги он зарабатывал, и немалые. Ты это придумал, потому что он у тебя тогда спор выиграл? Ничего я не придумал. Уголовник ваш Макс, вот кто он. Все сказал? А что, это правда? Еще раз будешь распускать сплетни про Макса, я тебе башку сверну, понял? Угу. Пойдем, поговорить надо. Пойдем. Пошли. Я сейчас иду к Максу на свидание. Мне дали разрешение. Ты идешь со мной? Куда? В ИВС. Изолятор временного содержания. Слышала такое название? У нас вообще-то пара. Я отпросилась у препода. Я не знаю. Макс ради тебя забрался на эту дурацкую заброшку. Он чуть шею себе не сломал. Ты должна ему сейчас помочь, понимаешь? Для него это важно. Я не могу. Мне нужно зачет сдавать. Игорь Степанович, вот личные вещи Максима Ветрова. Спасибо, оставь. Можете. Что ты пришла. А знаешь, я заработал денег, и мы теперь можем поехать в Эмираты, как ты хотела. И как ты их заработал? Продавал поделки за границу? Как ты узнала? Слушай, это все не важно. Я очень скоро выйду отсюда, и, возможно, мне дадут условный срок, и тогда мы будем вместе. Я всегда хотел быть только с тобой. Я люблю тебя. Макс, мы никогда не будем вместе. И никуда не поедем. Почему? Во-первых, потому что я не хочу иметь ничего общего с преступником. Если ты здесь, значит, ты преступник. А во-вторых, я люблю Филу. Он мой парень. Как ты твой парень? А как же мы, как же все, что между нами было? А ничего не было. Так, мимолетное увлечение. У тебя просто слишком бурная фантазия, как у всех художников, вот и все. Анна Сергеевна, здравствуйте. Следователь Горский. Нам необходимо срочно встретиться. А что случилось? Хорошо, я приеду. Следователь вызывает, говорит, новые улики по делу Макса. Я с тобой поеду. Я тоже поеду. А тогда потом сразу к нему на свидание, да? Спасибо. Да. Да, Таня. Анна Сергеевна, куда вы пропали? На звонки.
звонки не отвечайте, в галерею не приезжайте. Я звоню узнать, новый проект будет? Тань, мне сейчас не до этого, у меня с сыном проблемы. Ой, простите, я не знала. Просто хотела напомнить, что время выплаты аренды почти истекло. Да, Таня, я знаю, но я сейчас не могу говорить, я спешу. Давай я тебе потом наберу. Хорошо, Анна Сергеевна, как скажете. Проблемы на работе? Да. Галерею я, наверное, все-таки потеряю. Ладно. Поехали. Мамуль, пойдем. Ну все, да. Что случилось? Что она тебе говорила? Макс, чего ты молчишь? Я вообще-то ради тебя с пару трала. Ты из-за этого всего расстроился, да? Послушай, не переживай, это наверняка какая-нибудь ошибка. Они скоро тебя выпустят и... Нет никакой ошибки. Я совершил преступление и сяду в тюрьму. Ясно. Но это тоже неплохо. Из любой тюрьмы рано или поздно выходит. Жень, тебе лучше уйти отсюда. Почему? Не стоит общаться с преступником. Макс, мне абсолютно не нравится. Ты разговариваешь, ведешь себя. Хватит ныть вообще. Женя, серьезно. Я тоже серьезно. Послушай, мне все равно, преступник ты или нет. Если тебя посадят в тюрьму, я буду тебя ждать. И навещать тебя столько, сколько нужно. Если надо, я организую побег. Меня эти решетки не остановят. Ты не понимаешь? Я всегда буду рядом с тобой. Я тебя люблю. Жень, ты... Молчи. Я очень испугалась за тебя. Пожалуйста, не говори больше всех этих глупостей, ладно? Хорошо, не буду. Просто запиши ее показания. Я сейчас занят, потом зайду. Все, давай. Анна Сергеевна, а вы у нас кто? Вадим Хорс, это мою картину скопировал Максим Ветров. Надо же. Ну что ж, Вадим, как у вас получится? Андреевич. Ну что ж, Вадим Андреевич, вы стали жертвой преступной аферы. И Анна Громова ее непосредственный участник. Что? Вот телефон Максима Ветрова. А это сообщение, которое Анна Сергеевна отправила ему с просьбой скопировать вашу картину. Что все это значит? Я ничего не понимаю. Я впервые вижу это сообщение. Факты — упрямая вещь. Сообщение отправлено с вашего телефона. Но я же говорю, я этого не делала. То есть это все ради денег? Твой приезд, разговоры о маме, конкурс рисунка. Поверить не могу. Вадим, это какая-то ошибка. Я бы никогда с тобой так не поступила. Я могу идти? Да, можете. Если появится необходимость, мы вас вызовем.
Вадим, подожди, пожалуйста. Выслушай меня. Я же говорю, я этого не делала. Анна Сергеевна, вас я попрошу остаться. Вы будете задержаны на время следствия. Меня сегодня не будет в музее. Знакомый что-то натворил, меня вызвали в полицию. Почему отменять экскурсии? Я буду вечером. Все в силе. Да, пока. Игорь. Полина, а что ты здесь? Сколько мы не виделись. Слушай, с универа, наверное. Да, точно. Господи, это лет 20. Ты совсем не изменился, я тебя сразу узнала. Ты что здесь делаешь? Я навещал сына в изоляторе. Анечка, что там? Вадим ушел, ничего мне не сказал. Мам, я сама ничего не понимаю. В телефоне Макса нашли сообщение якобы от меня. Там фотография картины Вадима и просьба скопировать ее. В общем, следователь думает, что я связана с этим арт-дилером и будто я устроила эту аферу. Ань, ты не волнуйся, это их работа. Они разберутся, все будет хорошо. Ты ведь не отправляла этого сообщения. Конечно, не отправляла. Я вообще не понимаю, кто и когда мог это сделать. Господи, бедный мальчик. Ну, я надеюсь, с сыном все будет хорошо. Спасибо. А ты как здесь? Ты же вроде не в столице живешь. Да я тут свидетелем по одному делу прохожу. Я по делам музея приехала. Самое страшное... Вадим, он не верит. Он считает, что я его обманывала ради денег. Ты ему все объяснил. Все поймет. И я знаю. Он очень тебя любит. Я это только сейчас поняла. Мам, я не могу его потерять. Я знаю. Не могу. Нам пора. Ну, я побегу. Рада тебя видеть. Пока. Пока. Игорюк. Ольга Федоровна, что случилось? Куда увели Аню? Ой, Игорюк, тут такое происходит. Аню задержали. Подставил ее кто-то. А только что со школы позвонили, говорят, что вот в музее кто-то погром учинил. Мне нужно туда ехать, бежать, разбираться, а мне надо здесь быть. Я поэтому туда и обратно. Я здесь должна быть. С дочерью, с внуком. Давайте я вас сейчас отвезу. Я тоже на родину собираюсь. Спасибо. А тебе зачем? Есть у меня одно важное дело. Ну что, мой хороший, как ты тут? Соскучился по мне? Сейчас мы с тобой погуляем, сейчас. Я-то немного похозяйничала в доме, надеюсь, ты не против? Там явно не хватает заботливой женской руки. Я ужин приготовила. Могу компанию составить. Я не голоден. Ты не пробовал мое жаркое, фамильный рецепт? Еще пирог с ежевикой приготовила, как ты любишь. Я помню. Поужинай, отдохнешь. Ты устал с дороги? Как ты съездил? Что-то случилось? Ты какой-то расстроенный. Вас домой отвезти? Нет, нет. Давай сразу в школу. Хочу разобраться, что там в музее произошло. Ты ведь потом ко мне забежишь? Наверное, нет. Вы не обижайтесь. Я сразу обратно буду искать адвоката для Ани. Я обязательно вытащу и ее, и Макса. Я вам обещаю. Я от тебя другого и не ожидала. Ты хороший человек. Ты всегда им был. Нет, Ольга Федоровна. Ты извини. Так получилось. Не всегда. Поверить не могу. Как она могла так с тобой поступить? Я не знаю. Хотя я не удивлена. Всегда такой была.
еще в юности твердила. В жизни нужно быть материально обеспеченной. Поэтому художницей не стала. Выбрала стабильную профессию. Поэтому за Игоря замуж вышла. Думаешь, была бы у нее галерея, если бы не он? Нет. Она всех всегда использовала. И тебя тоже. Ты не думай, не все такие. Не всем от тебя нужны деньги и слава. Есть люди, которым нужен ты. Я всегда буду рядом. Я всегда тебя поддержу. Ну, подожди. Если тебе нужна моя помощь, ты только скажи. Я все для тебя сделаю. У нас все будет хорошо. Мы справимся, я тебе обещаю. Алина. Не говори ничего пока. Нам не нужно спешить. У нас есть время. А я умею ждать. У нас все будет хорошо. Я все устрою. Подожди, ты ничего не съел, так нельзя. Хочешь, соседка сейчас у меня как раз доит корову, я принесу парного молока. Алина, я не хочу. Нет. Ты решил голодом себя морить. Я очень быстро, я сейчас вернусь. Я сейчас. Я как только их услышал, осторожно здесь, вот сюда, как услышал, я сразу сюда кинулся. Но они моего крика испугались и дёру как дали. Не, я бы их догнал, честное слово, догнал бы, если бы не мои больные ноги. А ничего не пропало. Здесь все на месте. Любовь Владимировна лично проверила досконально, все на месте. Картина на месте. Чудо-то. О, это я первым делом сразу к ней. Смотрю, стоит на месте голубушка. И думаю, что не успели взять. А почему? Меня испугались. Прибраться здесь хотел. Радикулит проклятый. Это прихватил. А потом я сразу вам позвонил. Вам позвонил. Молодец, Петрович. Надо тебе премию выписать. Только для начала... Стекла нужно поставить в окно, мольберт реставрировать и, самое главное, экспозицию восстановить. Ольга Федоровна, извините, а может, премию сначала выпишите? А знаешь, что самое главное нужно сделать? Преступников найти. Найти и наказать. Как же их поймаю? Я ж не сыщик. А видеокамера у тебя на что? Включай, смотри запись. Ну, я прошу тебя. Ну, Петрович, ну, миленький, пожалуйста, посмотри внимательно запись. Я скоро вернусь, ладно? Понял. Давай, 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 дорогой, давай. Понял. Премии не будет. Привет. Я приехал поговорить. Я хочу рассказать тебе правду. Какую правду? Правду о том, что произошло 20 лет назад, в тот вечер, когда ты застал меня с Аней. Это все придумала Полина. Придумала Полина? В общаге была вечеринка. Аня пришла тогда очень расстроенная. Вы как раз с ней поссорились. Полина ее подпоила. Потом завела ко мне в комнату, раздела и уложила ко мне в постель. А дальше ты знаешь. Я согласился, потому что очень любил Аню. И больше всего на свете хотел быть с ней. Я думал, она со временем меня тоже полюбит, но она не смогла. Я мучил нас обоих.
А потом я увидел вас вместе. Там, возле дома. И все понял. Прости меня. Так, что тут у нас? Так, это нам не нужно. Как успехи? Ольга Федоровна, прошу, присаживайтесь. Вот сейчас и посмотрим. Тихонова. Господи, что она делает? И ясно, она картину хочет украсть. Чудо нас с тобой спасло, Петрович. Вернее, Вадим, это он картину устанавливал. Хорошо прикрепил. О, это я. Останови. Странно это, Петрович. Очень-очень странно. Извините, Ольга Федоровна. Полина Александровна на записи раньше была. Можешь мне не верить, но я очень хочу, чтобы у вас с Аней все наладилось. Будь осторожней с Полиной. Она на многое способна. Да. Вадим, это Ольга Федоровна. Ты можешь прийти в школу? Ольга Федоровна, давайте завтра утром. Я сейчас не могу. Вадим, это срочно. Это касается Ани, Полины Тихоновой и твоей картины. Сейчас буду. Ничего не понимаю. Зачем Полине воровать мою картину? Не знаю. Но я тебя сюда не для этого позвала. Вот. Смотри. Телефон узнаешь? Да, это телефон Ани. Я очень хорошо запомнил чехол. Помнишь, тебе говорили, что фотография Максиму была отправлена с телефона Ани? А выходит, это сделала Полина? Выходит, что так. Вот тебе и Тихоня. Сейчас к ней пойду, и она мне за все ответит. Нет, Ольга Федоровна. Я сам с Полиной разберусь. Она мне многое должна объяснить. А вы пока... А вы, пожалуйста, сделайте копию с этого видео. Я отвезу его следователю в столицу. Надеюсь, после этого Аню и Максима сразу отпустят. Тебе собиралась. Сейчас кувшин возьму, пойдем. Присядь, пожалуйста. Присядь, пожалуйста. А я все знаю. Ты о чем? Я знаю, что 20 лет назад ты подставила Анну. И то же самое сделала сейчас с картиной. Говоришь?
Аня моя подруга. Ко мне приезжал Игорь. Он во всем признался. Рассказал мне, как ты уговорила его подыграть тебе. Это неправда. Как ты можешь верить человеку, который увел у тебя девушку? Это ты послала Максу то самое СМС. И фотографию моей картины. Да нет же. Меня клеветали. Нет, это правда. Я видел запись с камеры наблюдения. Какую запись? С какой камеры? О которой ты не знала. Когда картину фотографировала на телефон Ани. Когда устроила погром ночной в музее. Когда картину хотела украсть. Зачем? Хотела ее украсть. Ради тебя хотела. Чтобы купить домик в Провансе. Чтобы мы жили с тобой вместе. Чтобы начали новую жизнь. Я люблю тебя, всю жизнь любила. Прости меня, пожалуйста, не могу без тебя жить. Прости меня. Полину Тихонову уже доставили в отделение. Она во всем призналась. У них с Артуром Макаровым долгое время был общий бизнес. Они заказывали художникам копии картин из музея, оригиналы подменяли, а сами картины продавали частным коллекционерам за границу. Понятно. Скажите, когда выпустят Анну Громову и ее сына? Громова, конечно, ни в чем не виновата. А вот ее сын виновен. Он сделал копию картины для продажи. А это уголовное преступление. Не мне вам объяснять, Вадим Андреевич. Я хочу сделать официальное заявление. Я вас слушаю. Максим Ветров никогда не делал никаких копий. Картину написал я. Я сам ее скопировал. Это ведь не запрещено законом. Но это же неправда, Вадим Андреевич. Да не важно. Если я официально признаю авторство этой картины, с Максима Ветрова снимут обвинение? Ну да. Хорошо. Тогда я повторяю. Автор этой копии я, Вадим Курс. До сих пор не могу поверить, что это все Полина. Столько лет я ее считала своей подругой. Да не думай о ней. Что было, то было. Плея. Спасибо, что помог вытащить Макс. Ты знаешь, он ведь не просто скопировал мою картину. Он прочувствовал мой стиль. Не думал, что такое бывает. Здравствуй. Здравствуй, Вадим. Ань, нам нужно поговорить. Это важно. Конечно. Я сейчас. Ань, ты... Прости меня за то, что произошло 20 лет назад, и за то, что я устроил все эти проблемы в галерее. Все в прошлом, Игорь. Этого покупателя тоже подослал я. Думал загнать тебя в угол, и ты ко мне вернешься. Я знаю. Ты тоже прости меня за все. Я договорился с Владимиром Михайловичем. Долг можешь вернуть, когда сможешь. Галерея останется у тебя. Спасибо. Ты им скажешь? Ты не против? Ну, рано или поздно это нужно будет сделать. Угу.
Я пойду. Ты знаешь, твоя копия действительно гениальная. Я на секунду даже задумался, не я ли это написал. Спасибо. Но тебе не нужно никого копировать. Тебе нужно поискать свой стиль. А я даже рад, что у тебя есть пауза, чтобы подумать над этим. Вы про это? Я рисую левой так же хорошо, как правой. Правда? Я тоже. Я должна вам кое-что сказать. Вадим. Макс твой сын. Я узнала о беременности сразу после твоего отъезда. Я просто не знала, как тебе сообщить. Как ты могла скрывать это столько лет? Почему сразу не пришла к моей маме? Почему ты ей не рассказала? Если бы я знала о ребенке, я бы тут же примчался. Вадим, я просто не знала, как... Ты понимаешь, что все эти годы у меня могла быть семья? Мог быть сын. А у моей мамы внука, она не умирала бы в одиночестве. Ты украла мне 20 лет моей жизни. Такое нельзя простить. Никогда. Вадим. Возвращайся ко мне. Я не могу без тебя. Ну что, Леночка, все хорошо у вас? Беременность протекает нормально. Все по плану, так что не волнуйтесь. Кузнецова Светлана где? Она была у вас? Мужчина, выйдите, пожалуйста, из кабинета. Это же ее УЗИ, посмотрите, пожалуйста. Мужчина, я повторяю, выйдите, пожалуйста, из кабинета. Мне нужно, извините, пожалуйста, мне нужно знать. Посмотрите. Хорошо, только успокойтесь. Леночка, извините, пожалуйста. А вы кем ей приходите? Да муж, я муж. А что с ней? Она больна? Это серьезно? Беременность протекает нормально, если вас это интересует. А беременность? А Кузнецова сейчас на втором этаже. Она пошла... Сумасшедший какой-то. Молодой человек, вы куда? Простите, пожалуйста, а какие операции здесь делают? Что? Какие здесь делают операции? Разные. Аборты, например. Только нет. Игорь? А что ты здесь делаешь? Свет. Родная моя. Прости меня. Я все понял. Я люблю тебя. Хочу быть только с тобой. С тобой и с нашим ребенком. Я прошу тебя, только не делай аборт. Ты с ума сошел? Какой аборт? Я в туалете была. У нас на первом закрыто, а меня тошнит постоянно.
Владимир Михайлович, добрый день. Анна, я у галереи, дверь закрыта. Что-то случилось? Анечка, дело в том, что галерея продана. Как продана? Игорь сказал, что у меня будет время рассчитаться с долгами. Игорь немного опоздал со своей просьбой об отсрочке. Покупатель уже перевел деньги. Но ведь... Мне очень жаль, но так сложились обстоятельства. Бизнес есть бизнес, ты же сама все знаешь. Угу. А кто новый владелец? Я могу с ним переговорить по поводу трудоустройства? Я уже говорил с покупателем, рассказал о тебе, о твоих заслугах. Но он приводит свою молодую команду, так что договориться с ним не получится. Ясно. Извини, я не могу больше разговаривать. Дела. Привет, мам. Привет. Как прошел день? Нормально. Садись ужинать. Как в универе? Все хорошо? Да. А почему спрашиваешь? С педагогами мы все уладили, но твои одногруппники. Не переживай, я разберусь. Если что, Женя поможет. Ты же знаешь, она меня в обиду не даст. Вы с ней встречаетесь? Сегодня рву на 2 дня. Я за вас рада. Максим. Тебе какое-то время придется пожить с Игорем. Почему? Я потеряла галерею, у меня нет работы. А нам скоро выплачивать кредит за квартиру. Денег у нас нет. Боюсь, что банк у нас ее скоро заберет. А я пока поживу у подруги. Мам, на первый взнос мне хватит денег. Это не те деньги, не волнуйся, это другие я откладывал. Потом найду подработку, и мы как-то выкрутимся из этого всего. Макс. Мам, я никуда не поеду. Мы разберемся со всем вместе. Я обещаю. Спасибо тебе, родной. Ты прости, что я не всегда была для тебя хорошей матерью. Но я тебя очень люблю. И ты прости, мам. Я пока сидел в камере, я о многом думал и многое понял. Теперь у нас все будет по-другому. Давай ешь. Как там Хорс? От него что-то слышно? Нет, он не отвечает на мои звонки. Ну что, мой хороший? Мне нужно будет уехать. Извини, что не могу взять тебя с собой. А ты поживешь с Ольгой Федоровной. Да. Она, конечно, женщина строгая, но сердце у нее доброе. Ну, тебе с ней будет хорошо. Чего ты?
А я не могу здесь остаться. Слишком много воспоминаний. Ты украла мне 20 лет моей жизни. Такое нельзя простить. Добрый день, я звоню по поводу вакансии арт-директора. Да, я подожду. А, уже занята. А куратор выставочных проектов? Спасибо. Я пишу левой так же хорошо, как правой. Правда? Я тоже. Макс, твой сын. Да, Макс. Привет, мам. Ты сейчас где? В центре. Отлично. Приезжай в галерею. В какую галерею? В свою, мам, в свою. Макс, это что, шутка? Это уже не моя галерея. Приезжай давай, это срочно. Что-то случилось? Все, мам, не по телефону, я тебя жду. Сегодня в столице открылась персональная выставка известного художника Вадима Хорса. Это первая выставка мастера на его родине. На ней представлены его новые картины. Поздравляем. Отличная выставка. Спасибо, конечно, только я не... Солнышко мое, я тебя поздравляю. Мама, ты как здесь? Максим пригласил. Максим, он тоже здесь? Тетя Аня, поздравляю. Привет. Ну, как тебе сюрприз? Приятный. Это все Хорс организовал. Владелец галереи не смог ему отказать, особенно после того, как он подарил ему свою картину. Кстати, галерея снова твоя? Анна Сергеевна, успех просто ошеломительный. Здесь весь столичный ремонт, наверняка все картины продадутся, и мы сможем рассчитаться с долгами. Дорогая, невероятно. Грандиозный успех. Поздравляю. Спасибо. А где Вадим? Он тоже здесь? Нет, он уехал. Как уехал? Куда? У него через пару часов самолет в Нью-Йорк. Ты еще успеешь его догнать. Давай, давай, беги. Беги, я тут за всем прослежу. Давай. Спасибо. Как же выставка? А по всем вопросам обращайтесь ко мне. Хорошо. Максим, принеси бабушке что-нибудь выпить. Вы, очевидно, Светлана. Да. Очень приятно. И мне. Игорек, ну что ты? Ну, представь свою бывшую, но любимую тещу. Оставьте, пожалуйста, сообщение после звукового сигнала. Спасибо. Вадим, нам нужно поговорить.
Ты не можешь вот так уехать. Я еду в аэропорт. Справочная. Ну где же? А. Если вас интересует покупка билета, нажмите 1. Для того, чтобы заказать услуги такси, нажмите 2. Если интересует информация касательно государственных служб аэропорта, нажмите 3. Если вас интересуют услуги аэропорта, нажмите 4. Для соединения с оператором нажмите 5. Пожалуйста, оставайтесь на линии и дождитесь ответа оператора. Пожалуйста, оставайтесь на линии и дождитесь ответа оператора. Ну уже! Оператор Наталья, чем могу вам помочь? Девушка, скажите, Нет, только этого не хватало. Да, рейс на Нью-Йорк. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Посадка на рейс на Нью-Йорк начнется через 20 минут. Спасибо. Вадим, пожалуйста, возьми трубку. На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Напишите. Ладно. Поедем другой дорогой. Чем могу помочь? Девушка, скажите, пожалуйста, рейс на Нью-Йорк не задерживается? Оставайтесь на линии. Посадка на рейс до Нью-Йорка закончена. Самолет летает по расписанию.
Откуда он у тебя? Сын отдал. Я его больше никогда не сниму. И мы с тобой не расстанемся больше. Никогда.